Трансляции из Манчестера со стадиона Этихад. На комментаторской позиции сегодня привычный вам дуэт Георгий Черданцев и Константин Генич. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Манчестер Сити играет против Кристал Пэлас. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В обороне Америк Лапорт в паре с Диасом. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. Команда задействует лишь одного чистого форварда. И ему нужно будет успевать действовать по всему фронту атаки. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в воротах. Джордан Аю с первых минут играет с Уилфридом Захой на позициях крайних полузащитников. Команда играет по схеме с одним нападающим. Ну и главное, чтобы форвард был забивным. Остальное не так важно. Не секрет, что за Манчестер Сити болеют знаменитости, но, впрочем, как и за любой английский клуб. Вот самые известные болельщики Ман-Сити – это братья Галлахеры из группы «Оазис». И с ними еще целая компания звезд и даже коронованных особ, которые надевают небесно-голубую форму и заводят гимн команды «Blue Moon». В том числе боксер Рикки Хаттон, актер Тимоти Далтон и даже принцесса Беатриса Йоркская. С такими болельщиками как тут не играть на высшем уровне? И, похоже, пас дойдет до адресата. За это вполне желтую получить он может. Только-только началась игра, и уже получает команда предупреждение. Ну, определенный допуск рефери обрисовал. Сегодня играем предельно аккуратно, господа. Давайте осторожнее. Ну, так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Подает он в штрафную. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Грилиш. Можно мяч в штрафную навесить. Грилиш. Все-таки забрался в офсайд игрок, и боковой поднимает флаг. Арбитр на линии был прав абсолютно насчет офсайда. Да и атака не несла серьезной опасности. И теперь с мячом будет соперник. Уильфрид За. Джеффри Шлуп. Мяч в игре, хорошо исполнено. Без проблем он защитника проходит. Нарушение было. Судья, как вы видели, не стал останавливать игру сразу, но команда не